Ну, естественно, пока я разбиралась с кофемашиной, пока, вернее, я сначала пыталась найти ей место на кухне куда-нибудь ее воткнуть, потом, пока я с ней разбиралась, пока я пила кофе, пока я отвечала на миллионы сообщений и всего остального, время уже как бы почти 11 часов. Уже бы как бы пора спать идти, или хотя бы лечь и уже лежать, но нет. Что делает Анастасия? Анастасия готовит г-обед на завтра. Г-обед. Ничего себе, как сказала, да? Г-обед. Будет у меня на завтрак. По питанию же я. По питанию. Завтрак у меня будет салат. Обжариваю курочку, грудку. Потом у меня тут будет сыр сулугуни. Валеркины слюни. Нет, сыр сулугуни, я же забыла рецепт. Сулугуни, помидоры черри, огурцы, бородинский хлеб, петрушка,